Сегодня ночью около 2 часов в поселке Экспериментальном неизвестные подожгли 5 маршрутных микроавтобусов «Газель». Они находились на территории бывшего автопарка, который в настоящее время принадлежит частному лицу. По сообщению, выехала следственная оперативная группа сотрудников полиции. Были обнаружены 5 сгоревших маршрутных «Газелей». По данному факту собран материал, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С места происшествия изъята видеозапись. По предварительным данным, причиной возгорания автомобилей мог быть поджог, совершенный конкурентами предпринимателя, либо на почве неприязненных отношений между водителями.